Экологические школы, робот-сортировщик мусора, недетские идеи участников краевого конкурса «Научная коллаборация». Его главное условие – прикладной характер проекта в трех направлениях – робототехника, цифровой дизайн и биотехнологии. Наш проект направлен на создание новой методики по получению биотоплива из плодово-ягодного сырья. Юные гении, воспитанники Дома научных коллабораций Алтайского госуниверситета. Это площадка для развития детей как в очном, так и в дистанционном формате. Науку на его базе сейчас изучают больше 400 школьников. Принимают туда бесплатно. Главное – желание продвигать науку. Это все будет работать прежде всего на развитие Алтайского края, потому что умные, талантливые дети нам нужны. Именно они будут развивать наш родной регион. Они прежде всего найдут, скажем так, свое отражение в наших образовательных программах, и мы, конечно, будем привлекать в качестве абитуриентов по окончании 11 класса в наш университет. Здесь, как и в исследовательских центрах, разработки ведутся командой. Как во взрослой науке, детские проекты тоже рассмотрят партнеры вуза и, возможно, какие-то проекты реализуют в жизнь. Анастасия Болотина, «День с толком».